Магнитогорские водолазы держат экзамен. Представители поисково-спасательной службы сдают ежегодный технический минимум. Проверяют здоровье и оттачивают мастерство, которое необходимо при выполнении задач в реальных условиях. Погружение прошли на водно-грибной базе. Затем, как водолазы опускаются в ледяную воду, наблюдала наша съемочная группа. Водолаз готов к работе. Водолаз спускается в купель и погружается в воду. Температура под толщей льда 4-5 градусов выше нуля. Глубина около 3 метров. Как видимость? Видимость как? Много ила. Видимость сантиметров 30. Евгений Корягин поддерживает связь с работающим под водой водолазом. Общаются не только с помощью звуковой связи, но и по сигнальному концу. В процессе погружения задействовано несколько человек. От слаженности команды зависит, насколько эффективным и безопасным будет выход в воду. Это водолаз работающий, обеспечивающий водолаз, который контролирует его на сигнальном конце, подает сигналы. Это руководитель спусков и руководитель работ. И страхующий водолаз, который один из опытных водолазов, который находится на берегу и всегда готов помочь работающему водолазу. Одним из первых практическое задание выполнил Григорий Танаев. В поисково-спасательном отряде он 10 лет, как и многие другие спасатели, владеет несколькими специальностями. Он и стропольщик, и альпинист, и водитель, и сварщик, и водолаз. Поэтому работать приходится не только под водой. Заступаю на смену, обычный спасатель также. Бытовые вызывать, техногенные, ДТП, это все мы отрабатываем. А если в случае водолазной работы, то мы едем на водолазную работу. Да, свои риски присутствуют зимой особенно. Это низкая температура, лед. В Магнитогорском поисково-спасательном отряде 6 водолазов. Все они ежегодно проходят технический минимум. Он включает теоретическую и практическую части. Такой своего рода экзамен необходим, чтобы оценить состояние здоровья водолаза и степень его готовности. Самое главное – это желание самого человека, первое, чтобы человек не боялся и был готов, потому что это очень такая сложная стихия. И мы живем в крае, где официально зарегистрировано больше 6500 различных водоемов. Вот, и водоемы различного характера, то есть что там, видимость, все остальное. Вот, потом состояние здоровья. То есть психологическая устойчивость работы под водой и состояние здоровья. Если это все у человека присутствует, то есть он проходит, допускается до обучения, проходит обучение по программе и с дальнейшим допуском на выполнение водолазных работ. Через неделю состоятся еще одни погружения. Отрабатывать мастерство будут более опытные водолазы. Им предстоит опуститься под воду на глубину 30-35 метров, в барокамере на 60. Евгения Салахутдинова, Ольга Сухоплюева, Виктор Исаев, телекомпания ТВН.